Мы сначала проговорим про виды картриджей, и потом поймем, что вид картриджа точно так же может влиять на длину иглы. То есть вам вполне вероятно при правильном выборе картриджа не понадобится увеличивать длину иглы. Это тоже важно. Ну и от техники работы тоже очень зависит, будете вы увеличивать длину иглы или нет.